have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы уже на кошачьей стороне этого чудесного мира. Я тут пока что быстренько прошелся по мосту, мост оказался без проблем, без приключений, все хорошо, все нормально. Не хотел я путешествовать быстрым перемещением, потому что мы сейчас по пути можем подобрать... долгая дорога. По пути можем подобрать кучу всяких нужных вещей, я имею в виду по квестам. Если мы сейчас что-то встретим по пути, и оно будет на low level... Наверное, я схожу это сделаю. Также у нас есть пещера. Ну вот, пещера на 30 уровень. Мы уже 43-го. То есть, по идее, мы сейчас должны пролететь просто на моментальнейшем. Успел долбануть. Он же зараза. Так, а что здесь? А здесь драконы. Ну... Да я ж тебя увернулся. Мелкое ты пушистое создание. Оу, смотрите, что там происходит. Там ребята охраняют прямо. А чё вы одновременно-то не ударили, а? Идите сюда. Эй. Я особо, на самом деле, даже не пытаюсь уклоняться. Возможно, кстати, зря. Ну, их осталось 2 человека. Против них, кстати, уклонение так себе работает, потому что... Да нафига ж ты мне его сбил? Это, кстати, еще не все, да? А, так, так, так. Все, отлично. Похилились, маны подвосстановили, и все нормально, все хорошо, живем. Эти ребята просто магии боятся. Так, отлично. Посох молнии улучшился у нас. В общем, когда мы подбираем точно такое же оружие, как есть у нас, оно у нас просто улучшается на один левел. Уже по 27 хилочка, неплохо. Что у нас тут? Капюшон ниндзя, важный шанс. Прикольно, прикольно. Тут прямо уже целые сеты есть, их можно одевать, носить. Ну, убирайся, спасибо. Долго. Надо было пойти через другую сторону. Хорошо. Тут мы все сделали. А тут у нас, кстати, двугород. Или двугород. И 2 сохранения. Прикольно. У нас тут, если я правильно помню, был квест мяса. У нас пещера льва. Недоступна. Моб 50 уровня. 746! Это я не на свою территорию зашел, пардоньте. Давайте сохраняться. То есть мы, в принципе, выдерживаем удар по 500, по 700. Но удар на 1000 нас убивает. Блин, тут, кстати, тоже интересные вещи. Но я же говорю, это уже не наш 50 уровень. Кстати, мы сюда сможем зайти. Не факт, что сегодня. Да я не хочу сегодня заходить. Не хочу торопиться. Эта игра... Не стоит того, чтобы ее пробегать. Эта игра стоит того, чтобы ее просмаковать. Это правда. До свидания. Осторожно, шипы не исчезают. А-а-а-а!
Ах ты ж! Шипы не исчезают. Шляпа авантюриста. Хорошо. Блин, я случайно третью задел. Ну ты серьезно? Сюда мне больше не надо. Все. Да, все. Окей. Интересно... Шипы не исчезают вообще никогда, или пока мы не выйдем из пещеры? Нагрудник ледяного мага. А, отличнейше. Супер. Давайте мы вот сейчас зайдем. Ха! Нормально. Шипы не исчезают, только пока не выйдешь из пещеры. Хорошо. Так, это у нас основной квест с кошалатом. С кошалапкой, хотел сказать кошалатка. Кошалатка у нас была в другом месте. Тут у нас есть квест. Тут. Давайте мы сегодня так и поступим. Мы сейчас пойдем, походим по старым квестам, потому что я боюсь, что они просто могут потом пропасть, как бы это ни было печально. А я хочу их все увидеть, потому что квесты здесь не сколько о вещах, пещера 20 уровня, не сколько о вещах, а сколько о всяких историях. И истории эта игра рассказывает классно. 44 уровень. Неплохо. А это что за стена? О, это новая магия? Да! Берсерк! Ха-ха-ха-ха. Вообще суперски. Как раз у меня тут восстановление манны и всякие удары, а берсерк и хилка и щит. Блин, кстати, щитом не пользуюсь. Единственное, что ураган у меня. Так, надо запомнить, что в это берсерк. Окей. Да, свали отсюда. Все, все, спасибо. Офигеть, как не зря зашел. Поэтому и говорю, что все вот эти места с лоу-левелом не надо пропускать. Тут могут быть очень крутые плюшки. Вот как подтверждение вот эта пещера. Катана-ниндзя улучшена. Надо будет пособирать пушки, потому что я, например, вот сейчас улучшил вот это оружие, но оно не имеет никакого второстепенного эффекта. А, пожалуй, стоило бы присмотреться к улучшению именно того оружия, которое имеет второстепенный эффект. Хм, как минимум. Это было бы разумно. Вискирест. Книга первых королей. Цитата третья. Верными Элиусу были дракона дети, принесшие клятву служить ему до конца света. Когда же пробил час изгнания, вступили они в битву со всем старанием. Это быстрое перемещение. Да. Верните меня назад, пожалуйста. С башнями быстрого перемещения мы потом еще будем разбираться. Уровень 40-й, да, пойдемте. Тут руины Дуос, это испытание. Следовать табличку. Проявите свою ловкость, и наши сокровища перейдут в ваши лапки. Волна первая. Да! Ты нормальный такой из воздуха появляться. Валим, валим! Не успел материализоваться, как уже навалял мне. Блин, надо песеля вылечить. А! Попал под раздачу. Вот, вот про такие моменты я и говорил, что... круто, блин, круто возвращать себе манну. Вот, когда тебе в бою нужно отхилиться или что-то такое. Фух, он меня не ударил, мне повезло. Иди сюда, дефективный. Так,
Вот это, на мой взгляд, очень хорошая добавка в этой части игры. Все вот эти... Ай, блин, пещеры с испытаниями. Последняя волна. Ну, давайте. Удивительно. Иди ты нафиг! Но он бьется на самом деле. Ты врубил режим берсерка. Нет! Вставай! Вставай, дружище! Я не могу этого чувака сам валить! Вставай! Короче, берсерк очень крутая штука. Нет! Фу, блин. Но я увлекся. Ну, нельзя так делать. Вставай, 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 вставай. Блин, было бы на самом деле очень обидно сейчас профукать из-за этого. Иди, давай, давай, давай. Хилимся. Хоть немножечко. Не увлекаемся, не увлекаемся. Вот, он сейчас бьет, и мы бьем. Он бьет. Уходим. Добиваем. Добиваем! Да! Фух. Сокровища наши. Спасибо. С первого раза даже не пришлось загружаться. Это круто. Давай еще раз подлечимся. Братопес. Суперски. И это было испытание 40-го левела. На, ну, доспехи рыцаря. Офигеть, как уровень качнули. Это, по-моему, те, в которых я ходил, нет? Надо будет зайти к кошалапке и, наверное, прокачать какие-то наши доспехи. У нас уже есть какие-то достойные вещи, которые мы можем носить. Это, кстати, где все? Ага. Все, теперь идем в эту деревню. Тут есть квест. Блин, это сейчас было крутое сражение. Здесь, я прячусь в кустах. Не поможете мне вернуть украденные припасы? Да. Припасы продолжают пропадать, поэтому я спрятался в кустах, чтобы наблюдать. Выяснилось, что королевские солдаты воруют припасы для себя. Обычно они ходят двумя дорогами. Туда и туда. Они только что ушли, так что выберите правильный путь и верните припасы. Ну вот, на карте видно, что они здесь. Вот они. Немножечко жульничал, ну ладно. Мяукей, поделите припас так, чтобы могли отдать часть назад. О, мяу. Нас раскрыли Рокки. Помогите нам. Думаю, они ушли. Итак, сундук. О, милорд, они все еще здесь. Просто забирайте, не арестовывайте нас. Бежим! Подобрали ящик с припасами. Пойдемте вернем его, что ли. Давайте вернем припасы. Ради вашего блага. Можно будет пока эти квесты на лоу-левелах быстренько все попеределать. Спасибо за припасы. Я распределю их позже. Вот, возьмите. Шляпа белого мага улучшилась. Исцеление +10%.
Там отлично. Мы отличная команда. Приходите ко мне снова. Давай придем. Давай, 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 я тут. Сейчас я все-таки буду сохраняться, потому что я не хочу потом переделывать все по несколько раз. Это снова я. Нас окружают предатели. Вы должны помочь мне отмуразить их. Да, давайте отвадить, типа. Среди горожан появились предатели, которые отдают наше золото королевским солдатам. Они встречаются в пещере незамысловатости. Идемте проучим их. Украсть у богатых. Типа, что за робингудство? Опять же, мне кажется, что этот чувак немножечко нечист. Почему-то. Что-то мне подсказывает. Но мне интересно, чем вся эта история закончится, поэтому с удовольствием пойду. Вот припасы. Надеюсь, этого хватит на первое время. Здесь кто-то есть. Бежим. Кстати, у нас есть еще задание про мага, если вы помните. Вот я бы хотел его сделать. Я здесь. Найдите меня. Но не других. Меня! Плохо мы с ними разделываемся. Я хочу сходить в эту сторону. Блин, да я горю, хватит. Шипы больно, кстати, бьют, но не так больно, как могло бы быть. Идемте. Привет, чувак. Нет, другие ни в чем не виноваты. Если вам не виноваты, если вам вдруг нужно кого-то арестовать, арестуйте меня. Стойте, я помню, Кири представлял их. Они потомки королей. Мои короли, это солдаты идут, эти солдаты идут против закона, чтобы помочь нам и горожанам. Без них мы вынуждены были бы отдавать все свои припасы золота армии на военные нужды. Мои короли, вы говорите, куст послал вас за нами, этот куст, наверное, шпион. Вы должны разоблачить куст выше мурлычество? Ваше мурлычество, наверное. Встретимся снаружи. Да, давай встретимся, я не против. Я же говорил, что, типа, этот с этим кустом что-то не это, нечисто. Шляпа авантюриста у нас опять улучшилась. Отлично. Ну, ау. Чуть не ушел без сундука. Исцеляющий посох улучшился, тоже неплохо. Пойдемте. А где снаружи? Там. Идем. Я же говорил с этим кустом, что-то не так. Встретимся здесь снова, ваше могущество. У меня появился план, и вот возьмите это. Шлем рыцаря! Эх! Вот это прикольно. Давайте сохранюсь. Ваше мурлычество, у нас есть план, как обескустить куст. Поможете нам? Да, конечно, давай. А что так близко? Ваше мурлычество, вам нужно будет завлечь куст в обозначенное мной место. Ух ты ж, ё. Макс хватит и выудит из него всю правду. Удачи. Наконец-то вернулись. Уверен, вы преподали предателям хороший урок. Хочешь, чтобы я что-то подтвердил? Показывайте дорогу, встретимся там. Показывайте дорогу, встретимся там. У вас никаких противоречий не произошло при этих словах? Не, все нормально у вас. А, я не могу тут пройти. А где я могу? А, я могу просто вокруг обойти. Хорошо.
Тут очень большое им спасибо, что они сделали сейвы с двух сторон, потому что там пока нельзя переходить по реке, чтобы каждый раз не оббегать. Спасибо вам за это. Итак, что вы хотите, чтобы я увидел? Зять его, он пользуется магическими заклинаниями, чтобы скрыть себя, я сниму это заклинание. Что? Что ты делаешь? Моя маскировка! Вы предатели королевской армии, вы пожалеете об этом. Агент Мяу-Мяу-7. Знаете, кто я? Я агент Мяу-Мяу-7, лучший шпион армии. Офигеть. Агенты повсюду. Агент 8, агент 9, выходите. Вы заплатите за то, что уничтожили мою маскировку. Я понял, этого нужно магией фигарить. Двоих нужно было физическим уроном бить, этого нужно магией фигарить. До свидания. Мои короли, сюда! Спасибо, что уничтожили шпионов. Вот, возьмите это. О, ледяной посох улучшен, круто. Мы впредь будем помогать горожанам и магам. Удачи ваше мурлычество. Спасибо, ребят, реально круто. Так. Вот, нам точно сюда нужно. Давайте прямо сейчас туда и пойдем. У нас там были квесты с магом, тогда мы были слишком маленькие, и после этого уже очень много времени прошло. Опять же, по основному мы сегодня не пойдем, ребят, я заранее вас предупреждаю, кто пришел посмотреть основной, извините, продолжим, наверное, в другой раз. А сегодня мы с вами именно по вот этим пойдем. Вот, блин, как такие места не зачищать, а? Ну что здесь происходит? Ладно, давайте. Проверить ловкость, давайте проверим. 17 уровень, ну, что может пойти не так? Плохо. Блин, босс, серьезно? Из пузыря вылези. Он бьет меня по 98. Да. Тогда это было испытание. Сейчас... сокровище наше. Спасибо. Ой, ловушки перестали работать. Круто. Исцеляющий посох еще улучшился, еще денежку подкинули. Неплохо, неплохо. Подземелье исследовано. Я бы хотел исследовать как можно больше, потому что это интересно, потому что... Блин, зачем я это сделал? Потому что это всякие прикольные плюшки дают. Итак. Давайте сейчас... Почему не хочешь называть это католица или это католица? Это католица. Друзья, выясните, что не так с запиской. Крикните, если вы здесь. Моргните. Ну-ка. Да, давайте посмотрим. Мяуканье. Значит, записка зашифрована заклинанием. Я знаю мага, который нам поможет. Блин, шел к магу. Кошкина мордашка. Он любит слоняться около кошкиной мордашки. Идем. Кошкина мордашка, блин. Я писал ему записку, которая объяснила ситуацию. Кошелапка дает записку, дайте ему это. Это реально похоже на морду кошки, вы серьезно, это прикольно. Давайте. Приветствую, враги уязвимы для стихии, огонь, лед. А, ну это легкий туториал, который нам дают, спасибо, это мы уже знаем. Тут нам объясняют, что некоторых можно бить магией, некоторых можно бить физическим уроном. Собственно, мы это и делаем. Спасибо. Маг возле кошкиной мордашки. Ваше мурлычество, чем я могу вам помочь? Подайте магу подсказку и записку. О, на записке заклинание, которое скрывает написанные слова. Могу я расшифровать? Я могу расшифровать ее. Замурованная пещера. Только мне нужен кристалл, который есть в той пещере. Да без проблем, пойдем.
Я так понимаю, это все лоу-левел, мы сейчас поэтому быстренько пронесемся. Да, 20-й. Вы издеваетесь, замурованная пещера. Спасибо. Меня выпустили. Да, 20 левелов назад эти ребята для меня были проблемой, согласен. Шлем рыцаря улучшился, прикольно. Сейчас я прям не буду брать этот кристалл, хочу зачистить подземелье, забрать сундучки и всякое такое. Я ждал, стоял, пока он в него постреляет. Я такой думаю, ты не хочешь в него пострелять? Денежка. Денежка — это всегда хорошо, ребят. Как хотите, но денежка — это всегда хорошо. Это касается реальной жизни, так что запомните это на будущее. А, это не все? Хорошо. По крайней мере, мы сходили в ту сторону тоже. Давайте я тогда заберу кристалл. Возможно, сейчас появятся еще какие-то мобы. Сейчас будет какой-то доспаун. А, это было частью пещеры, я понял. Хорошо, отлично. Тогда мы забрали. Сейчас еще и это, в пещерке вот этот сундучок откроем. Тоже будет классно. Знаете, что мне интересно? Шляпа ледяного мага. Оу, это прикольное что-то. Смотрите. Тут время от времени пропадают шипы. А это говорит, по-моему, только о том, что туда можно будет пройти, когда мы сможем ходить по воде. Надо... Я не запомню, где эта пещера, вот честно. Ай, блин, больно. Вот, но такие вещи подмечать очень интересно. Если... Кстати, это пещера возле кошкиной мордашки. Я запомню, я сюда вернусь. Я практически уверен в этом. Великолепно, ваше мурлычество. Дайте мне секундочку, чтобы расшифровать написанное. И шифр подобран. Вот ваше мурлычество. Вы берете расшифрованную записку. Так прочитай ее. И вот, возьмите это. Исцеляющий посох улучшил. Спасибо. Не забудьте потом отдать записку Коше. Прощайте. Вы же не погоните меня сейчас отдавать записку? Да, спасибо. Потому что я хочу взять... Блин. У нас быстрое путешествие было. Еще до королей и заклинателей жили на свете древние властители. Цивилизация та, что они создали, лишь в руинах перед нами предстала. Это у нас быстрое перемещение. А почему оно у меня не было открыто до этого? Это странно. Стойте, друзья, только что вспомнил, что у меня есть шуба-невидимка. Да! Но ее у меня украли. Поможете вернуть? Да-да-да-да-да. Вот это я и хочу сейчас сделать. О, так значит, вы тоже ищете шубу-невидимку? Я не против отдать ее вам. Я сохранил ее в закрытом сундуке, но его украли изумрудные разбойники. И их логово было в пещере мягких лап. Но это было довольно давно. Посмотрите, может, оно все еще там. Эта пещера у нас на 12 уровень. Блин, давайте ее по-быстрому зарейдим. Тут вообще должно быть нефиг делать. Вон как к тому ящику попасть? Никак. Шляпа белого мага улучшилась, хорошо. Как мне вот эту денежку подобрать там? И вон. Ой, блин. Я хочу все эти денежки, которые там лежат. Ну вот, 12 уровень, они уже просто лопаются с двух ударов. Да, пещера зачищена, но... Шапка рейнджера увеличивает дальность качения. Качения? Кстати, мы уже хилимся по 30 хпшечек, это прикольно. Ну вот, мы сюда зашли меньше, чем за минуту, зачистили это место.
Спасибо. Итак, а, нам в эту пещеру? Мы ее уже зачищали в свое время, так что... Изумрудный разбойник. Эй, сюда. Ого. Есть побочка от изумрудного разбойника. Вы носильщики, которых нанял босс? Мутастично. Мы переносим логово. Босс ждет вас в конце пещеры. Переносим логово. Я помню, как мы сюда зашли и что тут с нами было. Так что... Да. И как изички это все кажется сейчас? Иди сюда. А чё ты его не добил? Идите до конца пещеры. Давайте, давайте, я схожу, я-то не против. А куда был этот портал? Ладно. Ой, носильщики. Мы застряли здесь. Вы поможете нам избавиться от этих чудищ? Так, давайте отхилимся. Отлично. Премного благодарен, но вы опоздали, мы все перенесли. Ну, почти все, кроме этого странного сундука. Это древняя ерунда, просто не хочет открываться, мы не знаем, что с ней делать. Не подходите к нему, он все еще наш, вы не можете просто так забрать его. Если он вам нужен, то лучше подготовьтесь. Мы какие сильные, ай. Я не хочу с вами драться. А почему вы все еще не умчались? Вы носильщики, мышцы у вас большие, страшные. Просто забирайте. Спасибо. Ладно. Подобрали сундук. Есть. И этот сундук открылся. Суперски. Ледяной посох улучшили. Почему бы нет? Хорошие вещи творим. Подземелье исследовано. Давайте тогда это будет телепорт на выход, да? Да, спасибо. Свидание. Вернем сейчас сундук магу нашему. Это, если вы помните, еще та самая история про маленького мага и как это все было. Так что мне хочется узнать, что дальше. Мои усы, начнем. Я чувствую, как сила нарастает внутри меня. Я начинаю вспоминать многое. Но я не помню, как открыть сундук. А пока возьмите это. Мантия белого мага. Спасибо, заходите ко мне еще. Я уверен, у меня будет больше ответов. Да, ребят, мы тогда... 10 уровня? Серьезно? Испытание 10 уровня? Я это не проходил? Ну это вообще... Как бы да... Ради этого сюда стоило зайти. Сокровища наши? Отлично. Дайте я заберу сокровища. Топор рейнджера. Ну да, согласен. Здесь и награда на лоу левел. Ну, тут как бы обижаться нечего. Это я уже просто заполняю, потому что я не люблю пропущенные какие-то моменты. Так. Это у нас чувак с мясом, да, который... Давайте мы здесь сохранимся. Пожалуйста. Спасибо. И в следующий раз мы, я думаю, по-быренькому сделаем все вот эти вот квесты с мясом, с кошелапкой и, наверное, с магом.
Вот. Мне интересно посмотреть, чем они закончатся. К тому же, таким темпом мы их пройдем очень быстро. Я думаю, это все лоу-левеловые квесты, которые мы пропустили в свое время. И я еще давненько думал о том, что их пора бы наверстать. Ладно, ребят, тогда на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.